Опа! Всем здорово! Рад приветствовать вас на канале Пиво с ТВ. Меня зовут Андрей. И сегодня мы продолжаем игру под названием Detroit Become Human. Давно к нам не заглядывали. Рада вас видеть. Спасибо тебе большое, блядь, красавица нахуй. Так, что мы продолжаем? Помните, на чем мы остановились? Мы прошли пролог. 5 ноября 2038 года. Киберлайт. Reboot memory loading осу. Окей. Ребят, я тут ничем не управляю. Здравствуй, девочка. На сегодня самое лучшее в разделе домохозяйства. Готовит 10 тысяч блюд. Ну, Зоя, пойдем. И помогает с домашними заданиями с первого класса до университета. Здравствуйте. Вау. Мило, это просто класс. Именно то, что нам нужно. А, чтобы осмотреться, используйте клавишу мыши. Блин, давайте осмотримся. А, мы когда отворачиваемся, мы их не слышим? Бля, прикинь? Мы берем. Прекрасный выбор. Идемте со мной, я оформлю заказ. А, бля, он, короче, даже не... Тут, когда даже отворачиваешь... А, так, подожди, а мне что-то надо найти, что ли, или что? А, у меня мышка просто горит. У меня просто мышка горит. Надо что-то найти. Ну, конечно, задали бы нам работу. Подожди. Что, говорите, с ней стряслось? Да на дороге. Фургоном сбило. А, ясно. Ну, короче, теперь как новенькая, но пришлось систему сбросить. То есть память у нее стерта. Это ведь ничего? Ничего. Хорошо. А что за хуй такой? Дочка дала. АХ-400, запиши свое имя. Кэра. Мое имя Кэра. А, короче, это наш будет персонаж, за которого мы будем играть. Вот, здрасте, блядь. А Sony Interactive представляет. Блин, у меня кот, короче, на сидушку запрыгнул на спинку престола моего. Сейчас опять разрывает ее. Сейчас я отвернусь и пизды ему, как там надо. А вы пока смотрите такой интерактивный ролик. В главных ролях. Ох, сука, блядь. Сейчас ты на ролик нахуй пойдешь, блядь. Короче, в итоге, вот этот мужик взял андроида нахуй домой ебать. У андроида, смотри, у них, короче, такие синие штучки. И как мы выяснили в прошлом ролике, синяя штучка у него, когда горит, он активен, он андроид. Если у него желтая, у него какой-то то ли стресс, то ли что-то. Если у него красным загорается, это пиздец, у него паника. Да? Или, ну, не паника, а вот что-то такое. Вот, а теперь давай проходить. Потому что здесь концовок просто доебетины, блядь. Вот давай проходить. 5 ноября 2038 года. А, 9:38 утра. Желаете вернуться домой? А это наш третий персонаж, нах, походу. Да, пожалуйста, ну-ка. Добраться до магазина. Давай вот так вот мы прочекаем, что у нас тут есть. Вот тут у нас что-то есть. Пошли. Спасибо, милая. Читать. Тайны андроидов. А, как Киберлайф учит своих андроидов существовать с людьми. Так, тайны андроидов.
Как Киберлайф учит своих андроидов существовать с людьми? Разработка андроидов, которые не вызывали бы у людей отторжение, стала для компании Киберлайф большим испытанием. Джейсон Граф, директор отдела очеловечивания. Блять, нихуя себе слово, блять, да? Очеловечивание, блять. Прям такое. Угу. Ладно, пропустим. Директор отдела очеловечивания в недавнем интервью поделился с нами своими секретами дизайна. Первые андроиды были идеальны. У них были идеальные лица, идеальная мимика. Вскоре мы поняли, что в них есть что-то отталкивающее. Что-то такое, из-за чего рядом с ними люди чувствуют себя некомфортно. Компания Киберлайф начала работу по очеловечению своих машин, чтобы они смогли войти в ваши дома, стать новыми членами наших семей. Вторая страница. Они создали андроидов обоих полов, всех существующих этнических групп, а также проанализировали тысячи голосов, чтобы подобрать наиболее приятные тембры. Было улучшено реалистичное моргание, хотя практически нагрузки оно не несет. А также дыхание, волосяной покров лица и прочие человеческие черты. Именно в этой совершенной симуляции человечности, вплоть до тех деталей, что андроидам не нужны, и заключается секрет успеха у дизайнеров кибер. Так, следующая страница. Недвижимости на побережье угрожает не только повышение уровня воды, ураганы и прочие климатические факторы. В последнее время все заметнее делается бегство городов. Тенденция, при которой все сервисные службы и сопутствующие инфраструктуры тянутся за респектабельными клиентами в новые районы. Специалист по градостройству Арнольд Уотерс называет это эффектом починка, поскольку центры приближенных городов пустеют. Подобная статистика в очередной раз демонстрирует влияние климатических сдвигов на американское общество. Из-за них меняется не только окружающая среда, но и общественная структура. Все, тап, выйти. Давай, мы прочитали статью. Что у нас еще? Дальше у нас нет нихуя. О, нихуя все. Через Ctrl можно вот так вот на него смотреть. Смотри, впереди. Блядь, я об этом не знал. О, короче, блядь, почему он бегать не умеет, нахуй? С, пробел. Через Q можно. 12 миль уже позади. До цели осталось еще 5. Так вот, ебать, да? А чё это на меня смотрит? Такой нига, нахуй, смотри. Блять, встал и пошел, нахуй. Ну, привет. Блять, реальные актеры играли. Ладно, чё мы, нам пошли. Дождаться зеленого сигнала светофора. Давай дождемся. А можно зеленый нам может включить? А если я не пойду? О, зеленый, смотри. Давай, давай, пошли, 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 пошли. А, нажмите следующую клавишу для использования GPS. Короче, он анализирует ситуацию. Ну я это узнал еще. Я правда не понял, куда мне идти. Забрать заказ номер 847 в магазине краски Беллини. Добраться до магазина краски Беллини. И какие-то две еще, блядь, это как у меня заблокировано, да? Блядь, ну я пока правую клавишу мыши держу-то.
Я просто не понимаю, куда мне уйти. Он дострел, ты видишь? О, смотри, андроид. Смотри, андроид. Андроид убирает. Здорово. Смотри. Здорово, пацан. Human Music. $1. To hear music with. Короче, $1 заплатить, чтобы не было андроидов. Чтобы люди пели. Ребята, я пока клавишу Q держу. Человеческая музыка. $1 to hear music with soul. За $1 я буду петь. Человеческую музыку. Ладно, все. Ну, погнали дальше. Что нам? Куда нам надо? Нам надо. Желтая точка, по идее, должна светиться, не? А, вон. В красном что-то светится. Бля, он что-то так ходит, нахуй, смотри. Через людей находит, ебать, такое. Оп. О, Кью. Смотри, вон там вот что-то мы какое-то нашли. Get yours today. Тут типа того. Ладно, это мы прочитали. Так, нам надо сюда подойти. Ой, ребятки, краски Беллини вот с другой стороны. А где, подожди. А, блядь, ребят, кстати, нас это ожидает прям такое, в ближайшем будущем, нахуй. Вот это хуй, нахуй, что-то такое. Сюда. Можно с тобой поговорить? Нельзя с ним поговорить. Вот с другой стороны. Тут бомжара сидит, нахуй. Здорово. Слышь, а кто тебе подфигалил глаз? Никто не подфигалил. Короче, мне нужно, блядь. Блядь, я не знаю, почему персонаж не может бегать, нахуй. Краски вход с другой стороны. Меня сюда не пропускает. Погнали. О, мы походу нашли вход. Открыть. Блять, что мышки так водить, нахуй, неприятно, но. Короче, нам нужно, блядь, вот что, кстати. Подсоединиться. Идентификация успешна. Заказ номер 847. С вас $63. Подтвердите платеж. Ну, F. Платеж подтвержден. Транзакция выполнена. Взять. И вот так мышкой надо, блядь. Ну, я взял. Ну, блядь, я провел мышкой так, нахуй. Ну прям. Давай, все, провел. Так, вернуться домой на автобусе. Погнали. Вот, давай сюда вот.
Нам же нигде больше ничего. Открыть, сука! Сейчас, подожди. Вот так вот мы нажимаем. И надо мышкой вот так вот, нах, провести. По кругу просто мышкой надо, блядь, съездить, нах. Используйте следующую клавишу для переключения ракурса камеры. Ctrl. Это мы уже выяснили, блядь. Вот так, хуяк, он идет нахуй. И вот так, сейчас хуяк тоже по-другому идет, нахуй. Блять, со всеми нахуй спотыкается такой. Смотри, вот это вот, нахуй, сейчас толкнем, нахуй. Ой. Блять, что толкаешься? Блять, всех обступает, нахуй, такой. Вот сейчас надо подойти к чуваку, да? Или чё? Давай, жмём Q. Ну, по-моему, он то же самое поёт. Human music. А, человеческая музыка, $1. Блин, это вообще прямо, это охуительно. Это реальные актеры играли эту игру. Я хочу ее перепроходить. И здесь очень много концовок. Так, ладно, все, погнали. Пошел ты нахуй. Ты там пой. О, Android, здрасте. Подметает нахуй. Ладно, мы с красками. А нам куда? Нам надо... Какое у нас задание, блядь? А, 44 метра показывает. Ебать, нихуя, смотри, тачка, нахуй, как у нее, блядь. Опа. Видали, как у нее, блядь? Смотри, закроется, уедет. Нихуя себе такси, блядь, да? 28 метров мне идти. Андроиды крадут нашу работу, блядь. Далеко собрался, жестянка. Да вот тебе здрасте, блядь. Глядите, вот к нам и жестянка. Я вообще-то к вам нашел, ебать. Что ты делаешь? Посмотри на этого говнюка. Работу увел, а пальцем тронь посыпался. А, походу мне пизда, нахуй, да? Вот сейчас все у тебя заказ отбирать ведь. Я поднимаюсь. Е надо нажать. Тебе надо. Давай. Верни мою работу. И теперь Е. Блядь, да что так, блядь, я не... Е там надо, блядь, вот так вот Q держать, а потом Е. Вот так вот. Ты отсюда не уйдешь. Мы тебя сейчас порвем, как грелку. А, так, у него желтый сигнал, нахуй, загорелся, блядь. Пиздец, нахуй, не стоит, нахуй. Будете платить штраф. Понял, well, нахуй. Когда заберут и твою работу, посмотрим, как запоешь. Ладно. Все, пошли уже. Блять, кстати, неприятная хуйня. Так. Мне нужно. А мне один хуй там, ебать. Автобус в другой стороне, блять. Ну сюда мне надо передавать там. Киберлайф. Дождаться автобуса. F. Подожди, я вон там видел какую-то улику, блядь. Или что-то нахуй. Что-то того, блядь.
Он продиагностировал, но. Автобус в другой стороне. Сука, а он меня не пускает, нах. Ах ты, блядь, сучара. Эв, да ждем автобуса, нах, чё? Приезжает автобус. Андроид. Войти. Ну, давай войдем. Блядь, прикинь, нахуй, прикинь, люди не могут ехать, нахуй, с андроидами. Андроиды едут отдельно, нахуй. Так. Блядь, смотри, он выглядит как человек, нахуй. Киберлайф, нахуй. Киберлайф это, короче, компания, нахуй, такая, блядь. А, так. О, блядь, здрасте, нахуй. Вот он как раз подъехала, блядь. А, смотри, мы могли, блядь, пройти, нахуй, по другому пути. А здесь у нас пока заблочено. Короче, в итоге он в любом случае должен сесть на... А, нет, там, кстати, есть альтернативный путь, когда он там, типа, не сядет в автобус. Можно в такси сядет, нахуй, или что. А, так. Чё? Предлагаю закончить данную серию на данном моменте. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Для меня это важно, а вам не сложно. Ну, а на сегодня у меня все. Всем спасибо, всем пока.